События трагических 40-х прошли красной нитью сквозь судьбы тысяч людей. Каждый год в своих репортажах мы рассказываем о тех, кто старался до последнего, чтобы мир и благополучие стали неотъемлемыми характеристиками жизни в нашей стране. Ни одну семью не пощадила эта страшная война. А потому практически каждому из нас есть что рассказать о своих бессмертных героях. В моей жизни было два человека, из уст которых холодными зимними вечерами можно было услышать о событиях войны. Это мои дедушки Дмитрий Яковлевич Васильчук и Иван Александрович Ноздрин-Плотницкий. Сегодня, к сожалению, их с нами нет. Однако удивительные черно-белые снимки до сих пор хранят их милые и порой загадочные улыбки. Смотри, а вот это вот дедушка Митя в военной форме. Так на нашего дедушку Степу похож. Наводчик артиллерийского орудия и снайпер. Люди с разной судьбой, разными жизненными историями, однако с одной общей памятью. Памятью о событиях трагических 40-х. Сегодня мы, благодарные потомки, вспоминаем их имена и поднимаем до небес таблички в знак того, что полк солдат Великой войны будет жить вечно в наших сердцах. И таких историй только сегодня в этом движении несколько тысяч. И каждая имеет право быть услышанной. Здесь плечом к плечу идут внуки и правнуки тех, кто ковал великую победу. У меня два деда. Один служил, дошел до Берлина, а второй был призван уже при освобождении Беларуси, но дойти до конца не успел, так как война закончила свое зло ему. С портретом деда, отца, мамы. Мама в Бресте живет, а вообще мы из России, дед воевал. Он всю войну прошел, ранен был и воевал он. Последнее, наверное, это было взятие Венгрии, да, Будапешт. Бессмертный полк, своим мужеством вечно шагнувший. Здесь сегодня, спустя более чем 7 десятков лет, в одном победном строю внуки и правнуки рядовых и сержантов, лейтенантов и полковников. Несмотря на звание и количество орденов на груди и героических предков, каждый из них в силу своих возможностей ковал победу в тылу как партизан, на фронтах как боец передовой. Удивительный внутренний дух сплачивает в одном потоке всех этих людей. Они не знают друг друга и, может быть, больше никогда не увидятся. Однако они уверены, этот шаг сегодня во имя общей памяти. Мы все вместе собрались этой общей силой, общей массой, чтобы вспомнить всех своих ветеранов, всех героев, отдавших свои жизни за нас и за нашу Родину. Беларусь помнит, и это не пустые слова. Порядка 6 тысяч человек бросили вызов тем, кто сегодня пытается переписать или исказить историю, вписанную в летопись государств бывшего Советского Союза, кровью тысяч солдат. Сегодня они смотрят на нас с портретов, такие молодые, красивые и уверенные. Настанет новый день, и Беларусь будет жить в мире и согласии. Я несу портрет своего отца, который прошел войну от Дальнего Востока до Берлина. Вообще у меня в семье все военные. И муж, и отец, и брат в Афганистане, генерал-майор. Поэтому для меня это очень большой праздник, семейный праздник. Он встретил войну, вначале служил в армии, и сразу началась война. И он от начала до конца войны прошел этот путь. И сейчас стою на машине, приехали, чтобы пройти бессмертный полк у вас здесь по Бресту. Мы дед, постоянно разведчик. Проходим бессмертный полк у нас в Питере, но вот решили в этом году доехать до Бреста. Как вам вообще сегодня здесь атмосфера? Отлично. Ну, здесь молодцы. У вас вообще атмосфера хорошая. Не только сегодня. Молодцы. Нам нравится. Колонна всех тех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, растянулась на несколько сотен метров. Все это в знак того, что никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирное историческое значение победы над фашизмом. Молчаливое мы помним и громогласное «Ура!». Мая 1945 года. Усталый, но такой счастливый солдат великой страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Он выжил, он победил, он смог. Сегодня рядом с нами уже не так много живых свидетелей тех событий. Но теперь за них в походном строю по площади церемониалов уверенно шагают их дети, внуки, правнуки, которые точно знают, бессмертный полк будет жить до тех пор, пока жива память о каждом из тех, кто был причастен к одной большой победе.